будет жарко. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Меня зовут Артем, мне 16 лет. Меня зовут Ева, мне 11 лет. Вы друзья или... А мы брат и сестра. Цой крю. Я вообще первый год не хотел ходить на танцы, честно. Мама топила до конца, и я действительно благодарен ей за это, потому что если бы не она, я не думаю, что ты вообще было бы в целом. Мне очень нравится выступать с братом, но иногда бывают такие разногласия, ну, когда, например, занудствует, он иногда типа, это убери, то убери. Она неряшливая очень. Не я зануда, она неряшливая. Неважно, в каких мы будем отношениях, плохих, хороших. Если что-то случится, я могу к нему обратиться за помощью, за советом, и он мне всегда поможет. Что-что, но если начинаются репетиции, то мы, понятное дело, нужно взять себя в руки, нужно все отставить и просто делать. Да, все проблемы туда, главное, танец, вместе, все, надо сконцентрироваться. Цой Крю, мы желаем вам прекрасного выступления, давайте начнем. Спасибо. Держим кулачки за ним. So it's hard to make the dollar hurt. All we need is good green and some blue. 5-1, so it's guaranteed you can do you. Still keep the heater just in case we have a boo-boo. Kansas City natives and we are a little cuckoo. Baile de favela. Marconi, baile de favela. Я как бы люблю современные танцы. Мимика просто, конечно, круто было. Выступление мощно. Бомба была прям. Мне очень сильно нравится. Спасибо. У вас нереально крутой потенциал. У вас классная пластика. У вас очень красиво получается танцевать. Я была в восторге от вашего номера. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Цой Крю, да? Да? Я говорю вам. Да! У вас три «да». Вы проходите в следующий тур. Вы большие молодцы. Успехов вам. Всего вам доброго. Спасибо вам. Ура! У вас три «да». В следующем туре. Юху!